В Волгограде прошел межрегиональный форум депутатов-коммунистов. В его работе приняли участие представители трех законодательных собраний – Республики Калмыкия, Астраханской и Волгоградской областей. Свою встречу на межрегиональном форуме депутаты-коммунисты начали с возложения цветов к вечному огню. Волгоград, у которого такая героическая история, является оплотом мужества и символом патриотического воспитания молодежи, заключают делегаты масштабного партийного собрания из Волгограда, Астрахани и Республики Калмыкия. Они собрались на учредительную конференцию депутатской ассоциации трех регионов. Почему понадобилось такое собрать совещание? Потому что проблемы везде примерно одинаковые. Вопросы решаются по-разному. Мы хотели бы объединить усилия всех депутатов всех уровней, как региональных, так и муниципальных, для того, чтобы решать вопросы в одном ключе. По мнению волгоградских парламентариев, создание межрегиональной депутатской ассоциации позволит объединить усилия в решении важных социальных и экономических вопросов. В центре обсуждения законодателей налоговые новшества, поддержка малого бизнеса. В числе первоочередных задач Волгоградской областной думы – сохранение льгот для детей, молодежи и ветеранов. Нужно прежде всего защитить детей, молодежь и пенсионеров. Это самое главное. От всего остального можно отказаться. Но сохранить льготные проездные билеты для детей, школьников, сохранить питание школьников и поддержать пенсионеров. Потому что я знаю, что многие льготы для ветеранов труда Российской Федерации, ветеранов труда Волгоградской области, ветеранов труда города Волгограда, они отменены. С точки зрения волгоградских парламентариев солидарны их коллеги из законодательных собраний Астрахани и Калмыкии. Это касается также поддержки сельского хозяйства, что очень актуально в свете последних международных санкций против России. Должны мы свою собственную продукцию выпускать сельскохозяйственную, значит, а не замещать их там Турции, Бразилии, значит, и другими, значит, нашими партнерами за границей, которые бы, то есть в том числе и Китаем. Предложения и инициативы, выработанные в ходе заседания Межрегиональной ассоциации депутатов-коммунистов Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия, будут направлены в правительство России. Ирина Горшенина, Людмила Кухарева, Олег Журавский, телекомпания «Ахтуба».